Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy M52. И сейчас я покажу вам, как на этом телефоне включить либо же отключить показ заряда процента батареи в верхнем правом углу экрана. Итак, для этого мы заходим в настройки. Затем спускаемся вниз и нажимаем уведомления. После чего спускаемся опять вниз и нажимаем дополнительные параметры. А здесь мы можем индикаторы, не индикаторы на значках, я вас обманул, а вот показывать процент заряда батареи. Вот значок, да, видим, что у нас пропадает, либо же появляется значок заряда батареи. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии за такую полезную и короткую, самое главное, без резины информацию. И до скорых встреч, мы с вами еще однозначно увидимся.